Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Июль – это главный огуречный месяц, как говорит моя бабушка. В июле огурцы растут на полную мощь. Для них в это время созданы практически идеальные условия, а именно теплые ночи и жаркие знойные дни. Так как в это время огурчики растут помногу, то растениям обязательно требуется дополнительное питание. Это нужно для того, чтобы были силы завязывать и растить все новые и новые зеленцы. Поэтому в июле без подкормок практически не обойтись. Сегодня расскажу, чем лучше подкармливать огуречную грядку в июле месяце для большого урожая. Во-первых, очень хорошо подкормить огурчики по листу специальной подкормкой с макро- и микроэлементами. Для этого я развожу в 10 литрах воды 1 стакан настоя перебродивших сорняков или навоза, 1 чайную ложку азофоски, 2 грамма янтарной кислоты и 1 каплю йода. Все это тщательно размешиваем и опрыскиваем по листу. Результат отличный. Огуречная грядка начинает плодоносить с двойной отдачей. И это не удивительно, ведь огурчики получают через подкормку практически всю таблицу Менделеева, то есть все макро- и микроэлементы. Такую внекорневую подкормку можно и нужно делать раз в 10 дней в течение всего июля и даже августа. Но что же лить под корень в июле? Тут выбор на самом деле огромный. Изобретать велосипед не будем. Подкармливаем классической брожонкой из сорняков или коровика с добавлением Байкала М1 и наслаждаемся отличным плодоношением. Для этого 1 литр концентрата настоя разводим в 10 литрах воды и добавляем 1 столовую ложку Байкала М1. Поливаем под корень по 1 литру. Такую подкормку можно вносить каждые 7 дней. Это все, что нужно огурцам для мощного плодоношения. А чем вы подкармливаете свои огурчики в июле? Делитесь своим опытом в комментариях. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!